Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке речь вновь пойдет о интеграции для Home Assistant с Xiaomi Gateway 3 от AlexIT, который продолжает открывать все новые и новые возможности этого устройства. Я в очередной раз хочу выразить благодарность от себя лично и всего Smart Home сообщества Алексу и всем тем людям, которые вложили свой труд в ее реализацию. А мы с вами рассмотрим как раз одну из недавно появившихся опций – интеграцию шлюза Mi Gateway 3 в качестве координатора Zigbee 2MQTT, что дает возможность взаимодействовать с более чем 1400 устройствами, которые там поддерживаются. Для чистоты эксперимента, специально для этого урока, я купил совершенно новое устройство. Кстати, за эту возможность хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал на сервисе Patreon, и покажу полностью все свои действия. Это, как видно по коробке, китайская версия шлюза с цифрами 03. Доехало все быстро, менее чем за 3 недели, никаких проблем не возникло. Ссылка на магазин, в котором был приобретен этот шлюз, в описании под видео. Напомню, что шлюз имеет 3 радиоинтерфейса. Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth с поддержкой технологии Mesh и Zigbee 3.0. Для питания используется разъем microUSB, блок питания и кабель в комплекте. Хотя работать мы будем в Home Assistant, без Mi Home нам не обойтись, по крайней мере на начальном этапе. Он нужен для подключения шлюза в домашнюю Wi-Fi сеть. Сам процесс стандартный, после включения шлюз появится в списке новых устройств. Кликаем на него и выбираем из списка свою сеть. Далее на шлюз передаются данные о сетевом подключении, причем, по всей видимости, для этого используется Bluetooth. Получив их, шлюз уходит в перезагрузку и подключается к вашей домашней сети. На этом процесс подключения завершается. Остаются финальные штрихи – указать локацию, задать имя для устройства и при необходимости расшарить доступ на него или даже на весь умный дом для другого Mi аккаунта. После этого нужно будет зайти в плагин устройства. Я не буду описывать его возможности, это видео имеет совсем другую тему. Тут нужно сделать одну единственную штуку, а именно обновить прошивку шлюза. Актуальная версия на дату этого видео 1.4.7.0.160. Все дальнейшие действия я буду делать на ней, отдельно каких-либо кастомных прошивок я не устанавливал. Также специально для этого урока я подготовил чистый инстанс Home Assistant, установленный строго по шагам урока 1.1, все ссылки вы найдете в описании под видео. Нам понадобится серверная часть Mosquito Broker, которую нужно поставить из магазина приложений в меню Supervisor. Подробнее про это в уроке 5.0. В конфигурации нужно указать имя пользователя и пароль, их придумываем сами. Пароль лучше сразу создать более-менее сложный, чтобы система на него потом не ругалась. Запускаем и включаем систему Watchdog для перезагрузки при возможных сбоях. Далее, тоже по уроку 5.0, добавляем новый репозиторий для Zigbee 2MQTT, что добавит в магазин два новых приложения. Ставить я буду версию для разработчиков Edge, хотя поддержка есть уже и на обычной, но запускать пока ее не буду. Далее вспоминаем урок 9.2 «Установка HAX». Переходим в режим суперпользователя и запускаем установочный скрипт. После этого необходимо перезагрузить сервер. После этого в обязательном порядке чистим кэш браузера. Я думаю, всем понятно, что если у вас установлены эти аддоны, ничего дополнительно делать не надо, но я повторяю все с нуля. Теперь переходим в меню добавления интеграций. Ищем HAX. Отмечаем все галочки. Проходим авторизацию в GitHub. Готово.
Сразу после установки нужно некоторое время подождать до полного запуска HAX. Теперь идем в меню добавления интеграций. Тут выбираем Xiaomi Gateway 3. Подробнее про нее в уроке 9.3. Ссылки на все упоминаемые уроки в описании к видео. После установки перезагружаем инстанс. Теперь идем в меню настройки интеграции. Ищем и ставим Xiaomi Gateway 3. Выбираем облачный аккаунт. Тут нужно указать адрес почты или номер Mi аккаунта и пароль к нему. Указать, в каком регионе зарегистрирован шлюз. Если все правильно, создается новая вкладка. Снова добавляем эту интеграцию, но выбираем из списка, потянувшийся из аккаунта шлюз. В строку Telnet добавляем команду на открытие из того же урока 9.3. Готово, прошивку я оставил стоковую. Сначала появится только одно устройство, сам шлюз с тремя объектами, пока они недоступны. А вот уже начали подтягиваться мои Bluetooth устройства, подключенные в Mi Home. Нам нужно меню настройки конфигурации шлюза. В нижнем меню режима работы нужно выбрать ZigBee to MQTT. Нажимаем «Подтвердить» и ждем завершения. После этого придет уведомление с параметрами, которые нужно внести в конфиг ZigBee to MQTT. Их нужно скопировать. Теперь идем в список установленных аддонов. Нам нужен ZigBee to MQTT. На вкладке конфигурации меняем значение по умолчанию на то, что было скопировано. В раздел MQTT вставляем адрес сервера для локальной установки Core Mosquito и указанные при его настройке логин и пароль. Так как у меня на 11 канале работает USB стик, я меняю канал ZigBee на 20 и ставлю другой PAN ID сети, это не обязательно. Запускаем аддон. Стартовал вроде нормально, хотя с чем связано это сообщение неизвестно. Добавляем кнопку на боковую панель. Ну и конечно Watchdog. Список устройств пока пустой. В описании указан наш тип координатора EZSPV8. Начнем добавлять новое устройство. Первым будет розетка от MOE с двумя USB портами, обзор ее есть на канале, которая в Z2M определяется как контроллер освещения. Устройство принадлежит экосистеме TUIE Smart, но подключила через шлюз Xiaomi. Тут есть только включение и выключение, срабатывает быстро и корректно. Для проброса устройства в Home Assistant нам нужна клиентская интеграция MQTT, которая будет получать данные с серверной части. В меню интеграции уже предлагается ее настроить. Все делается в два клика мышкой. Тут у нас уже появилось первое подключенное устройство. Все работает корректно.
Продолжим добавление. Следующей будет еще одна розетка, один из вариантов TS-0121, к которому относится, например, и популярная Blitzwolf SHP-13. Прямо после подключения розетка некоторое время не воспринимала команды, но очень скоро заработала. Хотя некоторые подлагивания еще продолжались какое-то время. На карте получился вот такой треугольник. Кстати, шлюзы и розетки находятся в разных комнатах, разделенных стеной. Начинать подключение нужно с роутера, устройств с постоянным питанием, которые могут передавать через себя данные других участников сети. Управление уже ожило, хотя фризы изредка наблюдались. Интеграция MQTT автоматически пробрасывает все объекты нового устройства в Home Assistant. Что касается части Bluetooth, тут все без изменений, все работает в штатном режиме. Должен сказать, что данные с BLE устройств обновляются довольно шустро, и их вполне можно использовать в автоматизации. Самому шлюзу принадлежат три объекта. Попробуем добавить конечное устройство. Первым будет датчик освещенности Xiaomi. Должен сказать, что в отличие от роутеров, конечники добавляются туго, не с первого раза, даже совсем рядом с шлюзом. Определился датчик корректно, все параметры на месте. Проверяем проброс Home Assistant, тут тоже все корректно. Давайте добавим еще что-нибудь. Это будет квадратная кнопка Акара. Она сначала вообще не хотела появляться, но после смены батарейки с второго раза залетела. Тут тоже все как ожидалось. Модель, параметры и значения, все корректно. Можно половить события на сенсоры Click и Action. Кстати, сенсоры кнопка тоже находятся в соседней от шлюза комнате. Я держал их рядом только на стадии подключения. Все добавленные сущности появились и в интерфейсе. Он на этом инстансе не настроен и по умолчанию выглядит так. Кстати, еще надо проверить, как розетка передает данные о подключенной нагрузке. Я включил в нее свой ноутбук, и вот его потребление. А что же будет, если на перепрофилированный таким образом шлюз попробовать подключить устройство через Mi Home? Он оттуда никуда не пропал, кстати. Захожу в плагин и пробую добавить еще одну кнопку.
Визуально вместо желтого цвета на шлюзе начинает моргать красный. Естественно, ничего к нему подключить нельзя, и те устройства, что мы подключили в Home Assistant, тут не видны. Но функцию BLE шлюза он продолжает выполнять в полной мере. На следующее утро оказалось, что оба конечных устройства благополучно заснули, никакой реакции. От роутеров отзывы есть. Проверим статус розетки с энергомониторингом. При ручном управлении обновляется корректно. Вторая розетка тоже в порядке. Управление работает. С конечными устройствами беда, придется их переподключать. Переподключение делаю непосредственно возле самого шлюза. Сначала сенсор освещения. Он сначала покинул сеть, а потом подключился снова. А затем и кнопку. Она просто переподключилась без выхода из сети. При повторном подключении кнопка подключилась через одну из розеток. Сенсор света я оставил прямо на шлюзе, тут уровень сигнала практически максимальный. Правда, это не помешало ему через некоторое время снова отвалиться от шлюза, уже не из соседней комнаты, а находясь прямо на нем. Если что, с сенсором света все окей. Он сейчас работает в моем рабочем конфиге на стике CC2652, находится за капитальной стеной от него и все в порядке. Вот обновленная карта сети. Связь осталась прямой от координатора, но уровень упал с 252 до 0. Теперь проверим работу после трехчасового отключения питания. Сам шлюз запустился, что доказывает его реакция на установку блокировки прошивки. А вот ZigBee сейчас не ожила. Все осталось по состоянию на 3 часа назад и на внешние раздражители не реагировало, включая ручное переключение. Тут только полное переподключение всех устройств. Однозначно можно сказать, что задумка интересная и очень перспективная. Как минимум доступность у шлюзов третьей версии намного выше, чем USB стиков. Что касается цены, то вполне сопоставимо. Но, по крайней мере на данный момент, как рабочий вариант реализации управления ZigBee устройствами, рекомендовать не могу. За чуть более суток теста пришлось несколько раз пересопрягать подключенные устройства. Хотя, конечно, я моделировал отключение энергопитания. К слову говоря, допиливание тут нужно с обоих сторон, и шлюза, и ZigBee to MQTT, и неизвестно с какой больше. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Кроме YouTube, я веду еще и Telegram-канал, в котором публикую актуальные новости, а также купонные акции на товары умного дома. До свидания, до новых встреч!